А ты все? А это мне помолвит. Так, давай, Марк. Марк, чуть-чуть осталось. А он читер. Почему? А он кубики. Нет, кубики, поверь, кубики только усложняют, наоборот. Нет. Блин, Серый, а что, опять по полстакана налил? Опять по полстакана налил? Ну, не по полстакана, чуть побольше. Блин, им надо позвонить туда. Нет, я просто, один я чуть-чуть отпил. Отпил, но все равно очень мало наливает он что-то, ладно. Я смотрю, по полстакана, что ли, опять обманывает. Так, сделали? Да, все, парни, тихо. Теперь опять к стеночке. Руслан, пойдем сюда быстрее. К стеночке лицом повернулись. Быстрее, парни. Осталось немножко. На меня смотрим сейчас, что делаем. К стеночке лицом повернулись и смотрите, задача. Надо на вытянутых руках от стены вы делаете махи коленями к груди. Смотрите внимательно. Раз, два. Не телом сгибаем, не надо тело сгибать, а тело прямое. И поехали. 50 раз. Каждой ногой 50 раз. Итого 100 раз вы делаете подъем ног. Поехали. Я 100 раз не смогу. Раз, два, три, четыре. Это считается за одно, либо 100 раз двумя ногами. Русланчик, в стену. Руслан, упор, иди сюда, пожалуйста. Все делают и не говорят, что они не могут. Они Вова, надо делать. Надо делать, брат, надо делать. Да, надо делать, Володя. Сергей Сергеевич. Поменяйся с Иваном местами или просто сдвиньтесь на одного. Там, ты там встань, пожалуйста. Просто сдвиньтесь на одного. А вот это лоб ты сваливаешь. 100 раз надо сделать. Руслан, пойдем сюда. Пойдем, чтобы я тебя видел. Там нормально все? Да. Все, парни, поехали. 100 раз, быстрее. И сразу переходим на турники. Ура! Я на тот, Тихо. Надо сделать общее 100 раз, либо на каждую 50 вы делаете. Либо у нас отжимание. Или будете отжиматься, да, это тоже очень хорошо. Да нет. У меня уже 10. 10 раз, это молодец. Сделал. 100 раз? Да хорош ты, чё, Марк? Ну хорош. Все, продолжаем. Вот пока Сергей Сергеевич не сделает, делают все. Да, быстрее, Марк, Лука, это потом, не Лука, Сергей Лука, Сергеевич сюда. Не до конца делает. Сергей Сергеевич, он делает все хорошо, проходите, делаем, парни, спинка прямая, махи ногами, быстрее, парни. Ты же только что 10 сделал, как уже 50 у тебя получилось? Я сделал только что 100 раз. Серый, сделали 100 раз? Я сделал. Ладно, я хорошо, не верю. Не давай, не на турники разошлись. Можно? Парни, можно? А? Попить, умыться в туалет сначала. Так, парни, внимание, попить, умыться в туалет. В туалете не испражняемся мимо... Марк, не надо маты ложить, оставь, не надо пока ничего трогать. Пока не надо трогать, сейчас будет лесенка, не надо трогать маты. Я еще раз, не надо трогать, положи их спокойно, сейчас будет лесенка, конечно. Готовы? Парни, попить, умыться в туалет, быстрее, да распределяйтесь, пейте, умывайтесь. Нет, а? Ты сказал, что перекусить, не пока терпи, братан, ты что, сейчас пузо у тебя, сейчас давай чуть-чуть подожди. Сейчас остановишься. А? Мне сейчас звонили? Я не знаю, это твой звонок? Да. Какой из них? Держи, проверяй. Мне кажется, это кому-то другому. Тебе звонили? Мне кажется, кому-то другому. Он оттуда шел звук, не отсюда. Он шел у кого-то из рюкзака. Нету звуков, не было, я бы слышал бы. Парни, на турнике разошлись. Сергей Сергеевич. Руслан, потерпи немножко. Ой, тихо, да, молодец. Туда, разошлись на турники. Марк, ни элемента нет, лесенка, подтягивание. Парни, я много трачу времени на объяснение вам. 20-ка, Руслан. Братан, парни, для вас 20-ка. Да, иди в туалет, только не бегай. Иван, с подтягиванием дружь. Давай, смотрите. Лесенка, что такое лесенка, упражнение? Сначала вы делаете 20 подтягиваний за один подход.
за один подход ты можешь спрыгивать, но считается, вот одна ступенька это двадцатка. Ты можешь спрыгнуть два раза, то есть два по 10 можно сделать. Надо сделать 20 раз. Потом 15 секунд отдыха делаешь 18 раз. Вот парни делают упрощенные, они подпрыгивают. Марк, Марк, ты что делаешь? Не надо так делать. Давай, подтягивай. Парни, все, не с пола. На турник. Серый, дай им место, пусть они на тот турник залезают. Отойди оттуда. Все, Русланчик, Русланы. Все, давай, 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 давай. Все, поехали, Иван. Запрыгивай, турничок, выбирай себе, который удобно. Поехали. Ибрагим, потом, погоди, здоров, потом, ладно, чуть попозже. Парни, вы сейчас все будете залезать на высокие турники, вы что творите? Да, да, Ибрагим, чуть попозже. Увидимся. Руслан, хорош. Ну, два штучки положи себе, хватит тебе два. И тебе, и тебе, обоим. Другой турник, Марк, я же тебе сказал, какой турник. Высокий, конечно. Че, как не можешь? Запрыгивай. Запрыгивай, выше прыгай. Стоп. 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 Двое. Иван и Сергей Сергеевич подтягиваются, остальные к стенке. Быстрее. Иван, Сергей Сергеевич, подтягивай. Руслан, Володя. Да. Там чужие люди, что ли, что сделал? Много. Чужие люди? Я нет, что сделал? Валешничий. Столько людей! Я понял. А ты ничего. Не, не, ты ничего не сделал, все хорошо. Здоров. Я хочу к себе, я хочу. Сейчас, сейчас. А, туда? Все, погоди. Можно на минутку? Да, парни, 50 выпрыгов. Из-за того, что до турника допрыгнуть не можешь. 50 выпрыгов. Поехали. Спасибо. Поехали. Ты на турники, все, тогда не затягивай, Руслан. Не надо выше. Поехали. Кто не может запрыгнуть на турник, 50 выпрыгов. Лука, Лука. Я вот это, у тебя получилось? А давай. Все, посмотрим. Серый, вот только что. Стоп! Стоп! Ты не мог запрыгнуть. 50 выпрыгов. 50 выпрыгов. А у меня Я говорю, сделаешь некачественный выпрыг, я тебе еще десятку сверху. Чувствуешь, да, что сейчас качество идет? Чуть не говоришь, что я не прав. Нет, вот, я не прав.
Так, ты знаешь, как он зал это для федерации, что вам даже зал выбрал? Потому что он зал федерации. Они знаешь об этом? Выбрали! Мы не за бесплатно. Они мне отвечают, что такое же вопрос. Почему ты считаешь, что я чей-то что-то решаю? Я не говорю, возьмите вот это. Нет, если ты за мной что-то пытаешься решить. Я решаю, кто? Мне администрация почему-то дает такое решение. Какое решение? А ты почему считаешь, что я вот... Нет, вот я тебе еще раз говорю, ты получаешься, несостоятельный, как другой человек, ты не можешь найти мат, ты не можешь объяснить. Самая важная проблема, которую ты сам начал столкнуться, что ты не можешь объяснить адекватную безопасность тренировку. Вот что проблема. Ты не можешь обеспечить безопасную тренировку. У тебя ребята занимаются там, они тебя разбивают голову. У нас на турниках очень опасно. Конечно. Девушка не балуется. Не-не-не, стоп! На турнике. Не на этот. Не на этот. Вот сюда. 60 раз? Это минут 20. 20 раз. Давай. 20 раз. 20 раз хорошо. Такой, да, чучело? Он пришел, сказал мне заниматься. Да. Отсюда, да? Да, мало того, те 4 забрал, так еще и это говорит. Вообще в этот. Так, сделали? Сколько раз я сделали? Я здесь. Парни, как вы себе не успокоитесь? Не буду тебе пользоваться. Какой сейчас 20 сделать? Потом надо 18 сделать, потом надо 16 сделать, потом 4. Дружище, полосатые маечки, Вова тебя звать, да? Теперь надо 18. Вова. Ты кричал, бегал, я сделал 2. Потом ты бегал, кричал, я делал 10. Через 3. Погоди, я с тобой разговариваю, смотри на меня. Через 2 минуты ты бегаешь, кричишь 10. Ты подошел, смотри на меня смотри. Володя! Я тебе говорю, на меня смотри. Потом ты подошел к турнику, 4 раза прыгнул вверх и заявляешь о 19 раз. Парни, не хватит баловаться, а? Парни, хорош, хорош. Ты хочешь, чтобы все сейчас на тебя смотрели? Парни, хорош. И ты выполнял 20, 19. Иван, разрешается разными хватами. Разным хватом можно, разными хватами. Ты прекращай лукавить, плохое это дело. Парни, не обманывайте, конечно. И подходит, да, такой говорит, маты, мне вот там это, дети у меня бьются, маты. Ну ты что, приобрести маты, что себе не можешь, блядь, чучело. Сколько, после 20, сколько надо раз сделать? 18. 16, 14, 12, 6, 4, 2, 0. Парни, крайне сегодня дисциплина плохо, крайне плохо. Вы расстраиваете. Конечно, он их туда запихивает, конечно. Он, блядь, о чем думает? Не, разделил бы там по группам, да, как ты это. Вообще жестко. Сделали? Полностью сделали? Лука! Лука! А, это кто там? Марк! Давай, перекус, парни. Теперь поехали. Теперь следующее действие. Вань, ты сделал? Но он молодец, он в отличие от вас делает, во-первых, на весу он делает,
в отличие от вас. Во-вторых, он делает правильно, старается. Ладно. Теперь, парни, следующее действие. Пожалуйста, следующее действие. Сейчас подкрепим. Подъем переворотом. Да, надо сделать сейчас. Молодец, молодец, рука. Надо сделать. Сейчас 10. А, нет, сначала не подъем переворотом. Сначала делать подъем ног перекладины. Коленочку подняли. Раз. А сколько надо? Два. 10 раз. 3. Поехали, делаем. Это подготовительный подъем. Умеешь подъем переворотом? Молодец. Это подготовительное, разминочное. С отжиманиями пока все, да. Вань, Вань, просто, как я показал упражнение, ножки подтягивай. Да, вот так, как Сергей Сергеевич сделает. Делай, пробуем. Бля, короче, парни, тяжело вам сегодня придется. Тяжело, много разговоров ненужных, совершенно. Что за хава, что у вас за там, за организм? Да. Делай, да, закидывай, да. С машины, да, Серега говорит, это делал? Парни, сделали? Нет. Делаем. Сделал. Знаешь, что самое интересное? Сделал. Я полагаю, что нет, не сделал. Да. Молодец, да, поднимать надо. Кто это сделал, теперь поехали подъем переворотом. Я сделал. 10 раз. Надо делать. Министерство обороны сообщило, что не подлежат мобилизации те, у кого две жены. Две жены? Я предложил своей жене этот вариант. Она ответила, умри достойно. Меня не отвлекайте, Сергей Сергеевич, меня не отвлекайте, парни, хорош. Да, предложил, говорит, своей. Она ответила, ну это шутка, наверное. Не задавайте лишних вопросов, не делайте лишних движений. Шок на злобу дня. Пришла повестка из военкомата. Лежу и слышу, как жена со всей семьей делит шкуру в бою убитого меня. Ага. Жена и теща подгоняют. Иди скорее в военкомат. Рюкзак мне старый собирают. Буханку, кружку, доширак. Не вздумай плен сдаваться. И без вести не пропади. Чтоб труп оформили как надо. Чтоб гробовые нам приняли. Не шутка ли, 7 миллионов, мы купим все, что захотим, кредиты наши все закроем, а летом все поедем в Крым. Жена кричит, куплю машину, сынишка хочет самокат, а тестю новую теплицу и самогонный аппарат. И тесть кричит, ты будь героем, в атаку первым там иди. И тут я наконец-то понял, как много значит для семьи. Да? Для кого-то... Что, парни, не понимаете вы, да? Простого, общедоступного русского языка. Иван сделал? Десять раз подъем переворотом. Сделал, да? Молодец. Сыне будет весело, да? Пять, шесть, семь. Все, ты пошел? Семь, да? Все, упор лежа принять. Все упор лежа принять, прям там же, где стоите. Прям там же, где стоите. Кривые, блин. Я думал, уйдет вибрация. Упор лежа принять. Упор лежа принять. С маток уйдите вот сюда, вот на маток. Ну пусть там на месте хотя бы, просто пусть там, уж хотя бы там. Каждый сейчас... Будете отжиматься все вместе, но каждый берет по очереди по отдельности счет с 5. Вот сейчас, Иван, послушай, да, Петр Владимирович, до свидания. Скажите до свидания. До свидания. Молодцы. Давай, Серег, начинай счет, пятак. Раз, два,
По 5 раз. Слушаем внимательно, отжимаемся. 3, 4, 5. Ну, я стою. Да я не тебе, я другому. Теперь следующий счет. Давай, Володь. Громче считай, да. Командирский голос тренируйте. 3, 4, 5. Следующий счет. Четыре. Молодец. Пять. Следующий счет. Иван. Давай. Не-не-не-не-не. Ваня пока. Ваня пусть считает. Потом Марк, ты будешь. Руслан, это не отжимание у тебя. Вот сюда перейди поближе ко мне. Куда? Вот сюда переходи. А куда? Ну как, ты сказал, что сюда тоже переходи. Руслан, тоже сюда переходи. Что ты делаешь? Один. Вот здесь вот так вот вставайте. Один вот так вот. Вот так будет рядом со мной. Вообще не отжимайтесь. Три. Четыре. А почему у меня там? Иван. Иван считал. Степан. Ну нормально тоже. Он не считал. Считал, ну как он? Посчитал. Только мы уже вместе с Марком получили. Ладно, хорошо, встаем. Тихо. Тихо, никто не галдит. Пожалуйста, парни, пожалуйста. Встаем. Сейчас слушайте внимательно. Не валяться. Надо сделать четкие задачи, да, которые поставить. Слушайте внимательно. Никто не балаболит, никто ничего лишнего не говорит, вообще ничего не говорит. Терпим. Не надо к столу, кто никак разошлись. Не заставляйте парня повышать голос, чтобы меня хорошо слышать. Я так это не люблю. Просто... Да, ему нужно на маленький. Да. Лука, слезь, ребята. Хорошо, вы сюда тогда отходите. Вы сюда тогда отходите. Вы сюда распределитесь. Давайте. Внимание, смотрите на меня. На меня смотрите. Поднялись. Ножки подняли и поехали. Подъем ног. 50 раз. Поехали. 50 раз. За один подход? Да. Надо провисеть всего лишь минуту и сделать 50. Ладно, 40 давайте. Чтобы для двух ног было по 20 раз. Сорокет. Русник, прям запрыгивай. Не так. Я же не так делал. Я же не так делал. Как я делал, кто сможет показать? Вань, покажи, пожалуйста, как я делал. Да, да, да. Терпим. Да, поехали. 40 раз. Молчать, парни, молчать, молчать. Руслан, тоже пошли. Опять отжиматься, упор лежа принять. Опять, упор лежа принять, значит, да, вы не понимаете. Марк, упор лежа принять, парни, вот так. Никто не говорит, что тупой, хорош болтать. Упор лежа принять, Володя. Марк, упор лежа принять. Парни, хорош. Уже это, уже ну, не весело. Вы друг другу мешаете занятиями. Вань, давай. Вы друг другу реально мешаете, парни. Вы что творите? Марк, туда к ребятам на синий пол подтягивайся. Не надо на мате. Ну какая разница? Ну не, нет, ну хорош, парни. Уже время. Время, час прошел, как мы уже должны элементы делать.
Иван, так не всегда происходит, чтобы ты понимал. Просто сегодня, вот сегодня такой беспередел полнейший. Передел, да? Кто колдун-пердун? Топориком можно, все, делаем отжимания. Поехали теперь по 10 раз. По 10 раз. Ваня, начинай счет. Слушай внимательно счет, открываем. Марк, делаем. 10 раз делаем, считай. Громче считай, командирский голос, тренируй. 10 раз сегодня. Парни, давайте в темпе сделаем. Парни, пожалуйста, время. Есть такое выражение. Время – деньги. Поэтому не тратьте средства ваших родителей на пустую болтовню. Вань, терпи, братан. Терпи. Я понимаю, ты чуть-чуть другого ожидал. Все сейчас будет, но терпи. Силовая часть необходима и важна. Терпи. Тебе сколько лет? 13, терпи, ты сейчас самый старший. Да, есть кому сейчас 13 лет? А, тебе, я да, вот вы. А сколько тебе лет? Мне 9. А? Шутник. Все, поехали. Ты самый старший, на тебе самая большая ответственность. Так бывает. Все, терпи. Своим примером показывай. Парни, хорош. Лука, братюнь, иди сюда. Серый, давай его ко мне. Лука, иди ко мне. Что случилось с тобой? Ничего. Ты что, мальчишка, бежаешь? Ты подраться хочешь? Такой. Со мной такой... будем драться? Со мной будем драться. Че?
Он просто ко мне... Он сам ко мне первый пристрел. Да? Володенька, иди сюда. Все, Серег, я его заберу, Володю Луку. Он это... Он меня бьет. Он вот так, когда я вот так делал, он турники, он вот так делал. Братишки, сынки. Братишки, он не сынок. Почему? Он тебе не сынок. Он, вы мне сынки, а не он тебе сынок. Володь. Он и не друг. Как, друг? Нет. Да. Смотрите, нет. Почему нет? А что, ты будешь ему злиться? Так он же по-братски. Он же по-братски. Я знаю его. Откуда ты его знаешь? Володь, давай, смотри. Сейчас надо, чтобы вы... Надо что? Вот Ванька взял, братана, смотри, довел ему, что-то с ним сгублен, так все грустно стало. Че ты довел его? Попроси прощения. Попроси прощения, скажи, Вов, прости меня, пожалуйста. Почему? А меня? А меня простишь? Все, и ты меня, да, простишь? Да, я вас тогда простите. Стоп, погодите. Сейчас я вас прошу, ладно, сейчас. Почему? Почему? А со мной? Так надо, чтобы вы вдвоем разогрелись. Давайте, я вам сейчас дам два мячика сначала. Стой, а мячики будешь играть? Мячики будешь играть? Вот, смотри, Володь. Что ты взял мальчишку? Скажи, братишка, дай ему. Подай ему, скажи, прости, пожалуйста. Можно, да. Все. Володь, ну как? Ты говоришь? Да, знаешь, красавчик, богатырь, зубы-то большой и сильный. А ты ловкий и сильный. Ты тоже большой станешь, как мальчик. Он быстрый, он ловкий, быстрый. Знаешь, что такое? Все, сейчас давай дам два мячика вам, будете играть. Только, пожалуйста, ребят. Смотри какой, да? Ты ж, смотри, парни. Только, пожалуйста, не мешайте взрослым, ладно? У вас чуть-чуть своя задача. Договорились? Вы знаете, что можете поделать? Вы можете поделать островки. Вы можете по ним подперешагивать. Вот так. Только вам надо по всему полу расстелить эти кубики. По всему полу. Это как паркур. Да, как паркур будет. О, смотри. Так, все. Не-не-не, пока что не трогаем, вот здесь расставьте. Так, Ваня. Сейчас Сергей Сергеевич парень объясняет. Заделали? А нас там высокий домик построили. А что по домику? Расставили? Нет. Помогёшь, какие элементы? Вот такой. Вообще, ну, видно. Я собирал вот такие дрова. Нет, давай. Настя, можно дома сделать? Смотри! А давай кто парень? Нормально. Просто видно, физически как бы делаешь статически. Молодец. Цирковой домой ходить? Они могло бы упадут. Нет, мы паркулись. Дружно так? Дружно на третьем этаже. Там рядом, на третьем, там рядом свой второй этаж. Там рядом винный лес. Он только рисовывает. Смотри, он здесь пинет. Нет. Не надо, парень, надо расставить островки, по ним двигаться. Циркач наш, соседи, Вильна Дэнс, помнишь, ребят, там цирковой занимаются? Небольшая такая, матушка там. И мама, а? Есть колесо вот так. Не они? Ну, короче, ладно, смотри, вот здесь начинаем. Ну, значит, может быть, они просто в одном месте были, переходили. Так, давай колбасу. Парень, пожалуйста, внимание. Пожалуйста, вот, не смотри. Да, сейчас все надо сделать. Что я потерял? Я первый. Что там потерялся? Вот, черная дыра, там пространство. Сейчас. Да, по возможности, смотрите, парни, сейчас будем делать элементы. Кольца, цепочки, украшения. Может, Миха Ромашка положить, чтобы не пораниться. Парень, тихо. Вот сейчас мне надо ходить по ним. Вот так надо по ним. Ходите. Да, вот еще кубик забыли один. Вот еще кубик один. Парень, пожалуйста, сейчас надо стой. Сделаем, что выход на три. Еще тихо, один. Тихо. Вот это сюда. Марк, а вот это сюда. Марк, сейчас Савчик, ну слезь, пожалуйста. А как мы будем там? Сейчас. Стой, нет, давай обсудим калку сначала. Выход на три, парни. Смотри, а мы сюда. Нет, стой. Сергей Владимирович, понимаешь, нет, он может себе найти маску. Маты, говорю, я у вас сейчас хочу забрать маты. Что, я начинаю? Парень, с головы в стенку кто-то ударится. Как? Мы виноваты? А, все. Наверное, стой. Да. А что вы стенки поролом не обшили? Вот там. Парень, вот там еще испытание. Смотрите. Мы в этом зале, а не там. Так это же тоже наш зал. Смотри! Парни, внимание. Смотри. Выход на три. Первое. Выход на три. Что? Ножку закинули. Вот сейчас смотрите, да. Принцип. Знаешь, это так вот ходить. Вот прямой ножкой, да, прямой ножкой, Руслан. Да.
прямой ножкой качаю. Давай смотрю. Первое самое, подготовительное, качаю. Стой, туда идешь? Подготовительное, покачали. Потом, когда сделаете, например, нормальную ногу. Нет, вот эти пути убрать, я думал, там весь уголок, Руслан. Уголок. Если вы тут слезли и поменяли ногу.